не чувствуют себя обделенными вниманием поклонников, готовы бескорыстно помогать близким и незнакомцам. Семейные личности отвергают бездетный образ жизни. Они резко реагируют на ложь и несправедливость. Судьба всегда ставит их перед возможностью выбора. Эти люди подают себя обществу только в лучшем свете. Они обладают богатым воображением, являются отличными психологами, начитанные интеллигенты. Часто проявляют инициативу и не любят рутину. Они отличаются самостоятельством и лидерством. Наделены крепким физическим здоровьем. Дипломатичные, самоуверенные и трудолюбивые личности. Эти люди постоянно исследуют окружающий мир. Они легко справляются с поставленными задачами. Стремятся достичь материальной стабильности. Они привыкли получать свое и редко принимают отказы. Это выносливые, гибкие, продвинутые личности. Умеют выйти из любой жизненной ситуации. Их деловая интуиция позволяет стать хорошими консультантами. Многие ценят их за интеллект и карьерные стремления. Они много работают и упорны в своих начинаниях. Это открытые, дружелюбные и веселые личности. В юности они могут увлекаться боевыми практиками. Они часто становятся посредниками и миротворцами. Они умеют держать напряжение и готовы совершать поступки. У этих людей есть желание быть верными и надежными. Они налаживают доброжелательные отношения с окружающими. Они умеют слушать и давать дельные советы. Их притягивает опасность. Они любят рисковать. Личные козыри оставляют на будущее, не показывают суть. Благодаря усердию и находчивости достигают вершин. Они становятся ответственными и исполнительными руководителями. Постоянно находятся в поисках хобби или личного дела. Для них важны имидж и общественное мнение. Обладают острым умом, развитым интеллектом. Считают правильными свои идеи и принципы. Часто высказывают то, что думают в лицо. Они прямы и добры с любимым человеком. Они способны стать успешными предпринимателями. Они целеустремлены и рациональны в действиях. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.